Здравствуйте, меня слышно? Слышно. Здравствуйте. Добрый вечер, Махпал. Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие участники эфира. Меня зовут Асель. Я участница 5-го и 6-го потока 5-го элемента. На программу я пришла, конечно, с целью трансформироваться. Был запрос на отношения, потому что долгое время было одиночество, и я даже не понимала, как выстраивать отношения. И, конечно же, еще одна цель была, как мечта была, купить жилье, то есть обрести свое жилье и побольше путешествовать, и, конечно, чтобы у родителей улучшилось здоровье. На 5-й элемент, на 5-й и 6-й поток мы пошли вместе с мамой, они также получили свои результаты. И вот, получается, после программы, уже во время 5-го элемента, в моей жизни появился мой супруг, и мы начали общаться, это уже было в феврале месяце. И, то есть на тот момент я даже не рассчитывала, что я могу так замуж выйти быстро. И то есть уже летом, в июле я получила предложение руки и сердца. И получается уже в сентябре мы сыграли свадьбу. Супер. Вот. И также у родителей ушло давление. Раньше все они пили каждый день таблетки, чтобы понизить. Сейчас они отказались от таблеток. У папы был лишний вес, мама помолодела, оба постройнели, похорошели. Также теперь мама идет тоже на 8-й поток. И также теперь моя родная сестра подключилась, тоже идет на 8-й поток. Вот. А мне, получается, в качестве свадебного подарка муж подарил ашрам, и я сейчас на 7-м потоке ашрама. Вот. Также вот я посетила 6 стран в этом году, и, получается, все эти страны тоже как дар, получились как подарок Вселенной. Все эти страны мне... Одну поездку подарила сестра, это была поездка на Мальдивы, одна поездка была по работе в Испанию. И также нам с мужем, мои родители подарили свадебное путешествие на Бали. Вот мы съездили на Бали, посетили Индию, Малайзию. И получается, также вот, когда я закатывала квартиру, как желание, я то есть ее полностью визуализировала, хотела, представляла все время во время медитации. И то есть оказалась такая квартира трехкомнатная, светлая. То есть я все даже в деталях представляла, что это там будет. И, в общем, это было для меня как чудо, то, что это все быстро сбылось в течение одного года всего лишь. Вот. Вот. И хотела бы сказать огромное спасибо вам, Махпал, за то, что вы делаете для всех, за ваш вклад. То есть за этот год у меня, можно сказать, ушли страхи, если раньше была тревожность, то есть за завтрашний день какие-то страхи были, это все ушло, появилось спокойствие и доверие к жизни. Молодец, вот. Асель. И все ваши инструменты, это вот, как сказать, помогают каждый день улучшать свое состояние и трансформироваться. Молодец. Огромное спасибо вам. Сколько лет тебе, Асель? Мне 26. Молодец. Вот 26 лет, Асель сделала такую работу. Хорошая ученица. Я горжусь тобой, молодец. Очень хорошая работа. Спасибо. Вот так вот за год можно вот так вот изменить свою жизнь, ребят.